2018 год, и Sunset Overdrive внезапно выходит на ПК. Это просто круто, и без лишних сентиментов давайте приступать, посмотрим, насколько круто она будет играться на самой православной платформе. Слышал много, естественно, хорошего про Sunset Overdrive, но видео старался не смотреть, так, кусочки геймплея попадались. Выглядело действительно все очень классно, динамично, зрелищно, но в остальном, какой здесь геймплей, это мне не совсем известно, поэтому сейчас будем, собственно, чисто первым взглядом оценивать Sunset Overdrive. Так, тип фигуры. Угу. Можно выбрать главную героиню девушку или мужчину. Два варианта. Это, конечно, выглядит круто, но будем все-таки чуть-чуть ближе к реальности. Так, и лицо. Несколько вариантов. Особо тут не развернешься. Это не какой-нибудь там Elder Scrolls в плане создания персонажа. Но здесь это и не нужно. Какой вариант выберем? Давайте на вот этом и остановимся. Так, а нет, все-таки можно немножко стиль подредактировать. Не то чтобы лицо, а именно вот стиль. Угу. Прическа, например. Ого, интересно будет за такого персонажа сыграть. Но ладно. Что еще у нас есть, какие варианты? В принципе, почему нет? Лохматый. Помпадур. А крутить... А, вращать можно. Отлично. Ну, давайте вот эту оставим. Почему нет? В принципе, достаточно отпета. И при этом не все-таки какой-то кошмар дикий пойдет. Так, и цвет. Два цвета. Отлично. А давай сделаем и тут одинаковый цвет. Какой-нибудь вот такой, да, например. Ну да, в принципе, так и было по умолчанию. Отлично, еще можно что-то для лица, да, сделать. Но с такой прической уже, наверное, особо не похимичишь. Хотя, конечно, повеселиться-то можно. Неплохо. Вот на этой стороне отлично смотрится. Это тоже. Не, ну, давай оставим так, чисто. И цвет глаз еще, вот. Ну, на самом деле... Ух, вот это классно. Черт. Классные варианты. Так-то сразу и не видно, что предлагается. Вау, вот это, конечно, криповенько. Не, вот это самое страшное, наверное. Охренеть, я в такие глаза бы не смог смотреть больше 5 секунд. Это как-то все-таки более привычно. Гипнотизирующий глаз обыкновенный. Ну, ладно, тоже ничего особо придумать не будем. Предлагают у нас снизить жесткость игры, но, естественно, это делать мы не будем. Так, ну и все, погнали сразу, по-моему, к делу, да? Решили прокатиться просто на метро, но что-то пошло не так. Похоже, сразу будем начинать мочить монстров. Так, ну что? Воу-воу-воу-воу-воу. Пока просто уклоняемся. Да, русская озвучка, русский текст, здесь все есть, русификация прям хорошая. Пока мы просто уворачиваемся, сражаться мы не можем, да. Погнали. Хорошо. Однако акробат этот какой неплохой, да? Ну, впрочем, нужно привыкать. Так. Хорош. Дальше. Да, это сразу Sunset Overdrive. Такой вот темп. Дикий. Только попробую успевая понимать, что происходит. Покиньте железнодорожную станцию. Хорошо. В принципе, не так далеко, учитывая наши способности. Думаю, мы сможем добраться. Вау, вот это было не очень удачно. Так, дальше. Нам сюда. Хорошо, что мы не... Нужно перейти улицу. Повреждаемся, когда падаем с высоты. Перешел улицу. Так, выше. Хорошо, здесь подсвечиваются зоны, за которые можно цепляться. Это здорово помогает при такой-то динамике. Все, хватило. Нужно проявить находчивость. Нужно. С машины на машину. Слушайте, ну это геймплей реально веселый. Он просто веселый. Нужно приноровиться, и это будет покруче любого Бэтмена уж 100%. Так, а вот здесь я не успел вовремя понять, как здесь все нужно делать. Держись, бегу за помощью.
Ага. Ну, оказывается, нужно скользить, ясно. Теперь через это. Как он вверх скользит, я не знаю, но это в любом случае круто выглядит. Так. А, теперь отсюда, все, погнали. Хорош. Вот здесь вот будет опасно, мне кажется. В другую сторону? Ладно, поменяли. Еще раз, давай. Отлично. Потихоньку узнаем приемы здесь. Их тут, походу, будет очень много. Ну и в дом. Черт. В дом, в дом, в дом, в дом, в дом, в дом. Давай. Отлично. Не все так просто. Но мы должны были отхватить. Если же первые экшн-сцены мы бы не отхватили, это было бы странно. Так, что мы будем делать? Продолжаем убегать от него. Так, окей. Фух. Можно менять направление. Либо ты скользишь, либо прокатываешься. Теперь снизу. Точно, сейчас здесь нужно просто уворачиваться. Все, отлично. Какой-то товарищ появился. Слушайте, сюжет, вступление, зачем? Правильно, ничего не нужно. Так, и по-моему теперь у нас наконец-то экшен начнется. С нашим участием. Офигенная пушка. Я не забуду о тебе. Нет, эта динамика совершенно потрясающая. Ну, займем. А, неплохо стреляю, а? Так, а патроны-то бесконечные или как? Кажется, у меня получается. Хорошо, ладно, слушай, у меня все получается только потому, что игра настолько такая интуитивная. Или скорее комфортная. Так, ну убегаем. С этим мы сражаться все равно не сможем. Поехали, поехали. Здесь нужно просто вовремя уворачиваться. Так, вот сюда. О, черт, вот это не весьма не вовремя, да. На землю опускаться не стоит, это точно, это провал сразу ждет. Так, а где задание-то? А, вон, 26 метров, отлично. Победите гигантского мутанта. Как мы это будем делать, учитывая, что у нас все с этим проблемы? Нужно его, может быть, куда-нибудь заманить? У нас есть что-то типа патронов? Так, а вот это опасно. Ну, слушайте, дед с бородой, он точно нас спасет. Мне кажется, это его предназначение. Все, он увел, по крайней мере, этого монстрягу от нас. Спасибо, старик. Он по-любому бывалый воин. Можно и домой. Да, можно домой, всего лишь тут монстры захватили твой город, ничего необычного. Ох, черт. Ох, это было неприятно. Но ничего. Я такой рассеянный. Домой в другую сторону. Так, нужно что-то придумать здесь. Иначе эти ребята могут нас зажать. Это весьма ни к чему. Ну, наконец-то мы сейчас доберемся до дома. В принципе, там твари гонятся за нами. Можно их ведь и убить. Но что-то их слишком много. Пожалуй, обойдусь. А, ну все, окей. Динамика дикая. Просто даже непривычная. Какой уж там Dying Light, где ты бегаешь по городу в ночи на панике. Здесь, по сравнению с этим... Dying Light игра эмбиентовая совершенно. Для расслабления. А это начало. Вот такое вот суматошное, хаотичное, судя по всему, на самом деле демонстрирующее все прелести Sunset Overdrive. Безумие. Бессмысленное, но завораживающее веселье. И драйв. Драйв. Ага. Но мы все-таки откатимся назад, чтобы, видимо, разобраться, что происходит. Здесь еще никаких монстров нету. 3 часа назад всего лишь. Где мы были в этот момент? На вечеринке. Почему? Тут тоже драйвом можно насладиться. А, вот как. Наш герой здесь не то чтобы для веселья, как раз таки сам пришел, появился.
Ну и, конечно, это все еще напоминает немножко Saints Row, да? Вот Saints Row прям, да, вот поближе будет, чем любая другая игра. Недолго тебе осталось, в общем-таки, мучиться на этой рутинной, не очень веселой работе, да? 3 часа. После этого у тебя будет совсем другое занятие. Ну и все, действительно выглядит еще как крутой комикс. Вспоминаешь там, я не знаю, комикс-зон, что-то в этом роде. Ненавижу эту работу. Пролом тоже четвертой стены все время будет, я даже не сомневаюсь. Так, по-моему, зомби как раз-таки уже появились. Угу. Так это все-таки не какие-то инопланетные монстры, это зомби. Да. Быстро развивающиеся зомби. Так, это вот было все еще 3 часа назад, да. Ну, тут мы быстро соображаем, что, в общем-таки, городу кранты. Угу. И, похоже, здесь мы решили как раз-таки на метро прокатиться. Окей, а теперь вот сразу 17 дней вперед. Нет формы. Отлично. Теперь нам предложат одежду выбрать, да? Скорее всего. А, ну тут можно прям-таки неплохо, да? Приодеться. Черт, нет пока у нас никакой одежды, судя по всему. Нет, телосложение не меняем. Лицо, это все уже у нас готово, в принципе, да? Никаких... А, у нас есть рубашки. Хорошо, тогда форму реально снимаем, нафиг нам, что здесь нужно. Так, двойная футболка. Гавайская, не знаю, тепло на улице? Вроде как достаточно тепло. Посмотрим еще, есть какие варианты у нас. Рубашка на пуговицах. Ну, какая рубашка, когда мы так по крышам гоняем? Рубашка пола, цвет можно выбрать, да? Топик. Не, нужно что-то такое вот свободное, чтобы не мешало. Футболка для полетов. Футболка для полетов, это же отлично. Учитывая, что мы этим явно будем заниматься. Еще какие-то варианты там есть. Для нашего телосложения, на самом деле, никакая одежда тут нормально не подходит. Но мы, наверное, остановимся все-таки. Майка художника. Ну-ка посмотрим. О, вот это неплохо. Вот это будет прям легко. Легко будет бегаться, летать с ветерком. Да, наверное. Вот такой вариант оставим. Отлично. И теперь нужно что-то еще. Перчатки. Перчатки, кстати. А, ну у нас их нету. Нижнее белье. Конечно, выберем нижнее белье. Почему нет? А, нет, это немножко не то. Ладно, назад. Рубашки мы посмотрели. Верхняя одежда. Есть еще вот такие варианты. Вот тут, кстати, неплохо. Джинсовая куртка. Вдруг холодно все-таки на улице станет, да? Да, наверное, на вот такой вот остановимся. Отлично. И теперь нам нужно что-то снизу сменить, да? Обувь. Ноги. Во. Это слишком. Беговые шорты. Неплохо, но надо что-то другое все-таки подобрать. Узкие джинсы. Узкие джинсы? Нет. Мотобрюки. Мы хоть и без байка, но они здесь весьма неплохо смотрятся. Костюмные брюки. Нет, совсем не то. Брюки капли. Вот это неплохо, в принципе. И леггинсы. Наверное, все-таки вот что-то такое. Да, не слишком удобно, но пойдет. Обувь, в конце концов. Беговые туфли. Наверное, самое удобное, в принципе, да? Но что еще есть? Не, какие сапоги. Мокасины. А еще есть олдскул. Олдскул? Вот олдскул, по-моему, как раз неплохо пойдет. Можно вообще, конечно, остаться без какой-либо обуви. Но мы, наверное, все-таки вот выберем красный олдскул. Хорош. Боди-арт, а тут уже не до него, потому что какой уж тут боди-арт, у нас тело практически все закрыто, да? Ну как? Да пойдет.
Может быть, потом найдем боты какие-нибудь покласснее. Все-таки эти какие-то слишком уж простые для нашего в целом наряда крутого. Так, ну и здесь что еще? Голова. Можно аксессуары какие-нибудь, да? На улице, по-моему, печет. Очки бы здесь не помешали, солнцезащитные, да? Конечно, их снесет ветром. Но ничего страшного. Карнавальная маска. Карнавала, по-моему, нет никакого. Бандитская маска, так мы же не бандиты. Очки обычные тоже бы... Тоже неплохо смотрятся, но здесь все-таки на солнцезащиту остановимся. Черная, почему нет? Да, давай. И головные уборы. Вау. Голова луна. Хорошо. Что-нибудь другое. Вот эта бейсболка такая охеренная, крупная бейсболка. По-моему, не знаю, для чьей головы она, но точно не для нашей. Нет, оставим без головного убора. Не побоимся испортить прическу. Так, окей, назад. И все, наверное, сохранились. Во, ну. Ну все, совсем другое дело. Дома бардак, думаю, здесь долго задерживаться не стоит. Нужно на улицу гнать. Так, по-моему, кто-то в гости пришел. А, ну, здравствуйте. Я вас, конечно, не приглашал, но раз уж пришли, давайте повеселимся. Так, это тот самый дед, который нас спас. Уолтер Мастер Вломастер. Ну, по-моему, да. У него хорошее прозвище, соответствующее его обычаям. Я не против. Как раз хотел пойти погулять. Ты кто? Я Уолтер. Тот, кто спас твою задницу. Вот именно, ты что, совсем не следишь за событиями? Ненадолго. Угу. Ломик? Осторожно, они шли за нами. Не минуту отдыха. Я хочу уже немножко приостановиться, как бы, чтобы выдохнуть, но ничего. Они перебравший. А, это перебравший. Покажи, что умеешь. Так, а, ломиком, теперь рукопашкой. Что, да не, не надо, зачем, по-моему, я справился. Нет, неплохо. Ты так справляешься. Да, кстати, хватит да. Оценивать меня, помоги. А он оценки еще не поставил. Вот оценки поставить, тогда я точно должен будет помочь. Слушай, нужно, по-моему, отсюда сваливать, опасно. Молча оценивает он нас. Ну что, да, в принципе, в духе старых мастеров, которым он явно для нас станет. Идем на баскетбольную площадку. На самом деле нет, давайте остановимся. Ну, в общем, здесь совершенно сразу ясно. С первых же секунд становится ясно, что из себя представляет Sunset Overdrive. Да. Ну и все очень интуитивно, комфортно сделано, чтобы действительно игрок чувствовал себя прекрасно. Чтобы он развлекался от души и ничто ему не мешало. Да, вот и не думал, выключал мозги, чисто по фану действовал. Это все здесь чувствуется сразу. Что ж, Sunset Overdrive, в следующий раз сыграем какую-нибудь другую новинку. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. И пока что всем пока.